Очень интересный сюжет Стефана Филатова, посвященный такому тоже празднику, празднику юмора под названием КВН. Первый полуфинал 23-го чемпионата официальной Крымской лиги КВН – событие долгожданное. Участники четырех команд начали подготовку к выступлению еще летом. Зрители, предчувствуя масштаб мероприятия, раскупили билеты за считанные дни. Ой, надеюсь, эта свадьба окупится. А зачем? Господи, все время забывай, что ты Иван дурак. Чтобы доказать зрителям и членам жюри свое юмористическое превосходство, команды импровизировали и выкладывались на всю, отыгрывая домашние заготовки. Так что на главной сцене Академического музыкального театра развернулась борьба не на шутку. Стиль дракона, стиль цапли, стиль пьяного мастера. Приветствие, разминка, биатлон и стем. При подсчете баллов после каждого конкурса и на сцене, и в зрительском зале возникала напряженная тишина. Отрыв между участниками был настолько мал, что преимущество раз за разом переходило от одной команды к другой. Удержать его удалось гостям из Москвы, женскому коллективу под названием «Не такая». Супер, кайф, восторг, радость. Я очень счастлива, что я тут выступила. Все очень классно, здорово, я повторяюсь, да? Солнечно, ярко, спасибо большое, Крым! Несмотря на свой юмористический опыт у прожженного КВНщика, чемпиона высшей лиги Дениса Дорохова, впечатлений от игры не меньше, чем у участников. Я всегда за команды, как бы, и переживаю, и нервничаю, потому что сам прошел эту школу. Команды очень классные, они хоть и молодые, не титулованные, но в этом и кайф, наверное, потому что это новое что-то, какой-то искрометный юмор. Конечно, было по-разному. Одни номера отыграли гораздо ярче, чем на репетициях, другие не дотянули. Но это атмосферу не испортило. По традиции, после игры бывшие соперники поделились опытом и пообещали друг другу снова встретиться на этой сцене. Изначально по итогам игры должны были определиться два победителя. Тем не менее, по мнению жюри, сегодня достойных оказалось три команды. Итак, уже вскоре, буквально через месяц, мы узнаем, кто же станет победителем всего этого действа. Стефан Филатов, Руслан Хохлов. Утро нового дня.